Владимир Путин встретился с главой Франции Франсуа Олландом на саммите G20 в Китае. Главная тема разговора, конечно, ситуация в Сирии и ситуация на Украине. По словам Оланда, все мы принимаем участие в разрешении этих проблем. Обсудить украинский конфликт на саммите в Ханчжоу предполагалось в трехстороннем формате, но немецкая и французская стороны предложили двусторонние встречи из-за слишком напряженного графика. Встретиться с Путиным лично Оланд хотел еще и по другому поводу, чтобы поговорить о предстоящем визите российского президента во Францию в октябре. После встречи с французским лидером Владимиру Путину предстоят переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Российский лидер уже встретился с новым премьером Британии Терезой Мэй, причем это их первая была личная встреча. Раньше они общались только по телефону. Владимир Путин выразил надежду на плодотворное сотрудничество. Мэй отметила, что сделает для этого все возможное, хоть это будет нелегко. У России и Великобритании разные точки зрения на некоторые вопросы, да и экономические отношения между странами, чего уж скрывать, переживают не лучший период. Было констатировано негативное развитие ситуации в области торговли и инвестиций. Мы со своей стороны познакомились с президентом, с благотворительностью. Того, чтобы мы в любом формате, в любом форме встретились между экономическими блоками правительства. Будем надеяться, что такого рода контакты последуют.